Сегодня мы рассмотрим топ-10 самых популярных TikTok аккаунтов в мире. И на 10-м месте нашего рейтинга располагается танцор Майкл Ли. Он ведет блог, где рассказывает о своей жизни танцора. Его количество подписчиков насчитывает уже более 50,5 миллионов. На 9-м месте располагается невероятно красивая блондинка Лорен. Основное направление канала – танцы, танцы и еще раз танцы. Девушка даже участвовала в клипе Тейлор Свифт. У Лорен 54 миллиона и 100 тысяч подписчиков. На 8-м месте канал Spencer X. В отличие от конкурентов, в основном ориентируется лишь на юмористический контент и редко касается других тематик. Количество подписчиков насчитывает 54 миллиона 900 тысяч. 7-е место занимает Dixie D'Amelio, известная своими видео на платформе социальных сетей TikTok. Dixie D'Amelio – сестра Чарли D'Amelio. В 2020 году она снялась в YouTube в веб-сериале ATV General. У нее 55 миллионов 200 тысяч подписчиков. 6-е место занимает канал TikTok. Название канала говорит само за себя. Здесь вы найдете ролики о новых функциях TikTok и акциях. Количество подписчиков 57,5 миллионов. На 5-м месте находится звезда Голливуда Уилл Смит. Он давно активно ведет личные страницы в соцсетях, TikTok не исключение. Здесь вы можете увидеть эксклюзивные кадры со съемок, досуг всемирно известного актера и многое другое. У Смита 62 миллиона 200 тысяч подписчиков. 4-е место занял Зак Кинг, американский видеомонтажер, получивший известность благодаря своим коротким роликам. Популярность ему принесли 6-секундные видеоролики, нарушающие все известные законы физики, которые он называет цифровой ловкостью рук. Зак собрал на своем аккаунте 65,5 миллионов подписчиков. На 3-м месте располагается звезда социальной сети TikTok Белла Порч. Она обрела мировую популярность благодаря музыкальным видео с невероятно выразительной артикуляцией. На ее аккаунте 83 миллиона 400 тысяч подписчиков. Совсем рядом с Беллой на 2-м месте находится Эдисон Рэй. Она стремительно набирает популярность и рвется в топ-1 тиктокеров мира. Еще в марте Эдисон была на 7-м месте, спустя короткий промежуток времени она уже на 2-м. И количество ее подписчиков достигло уже 84 миллиона 800 тысяч. И на 1-м месте в рейтинге самых популярных тиктокеров мира обосновалась 15-летняя Чарли. Ее аккаунт насчитывает более 125 миллионов подписчиков. Популярность Чарли приобрела за счет завораживающих танцев, которые пришлись по душе миллионам зрителей, хотя со временем контент блогера стал более разнообразным. На этом все, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До скорых встреч!